В Харцизске приступили к ремонту городского стадиона. Бригада строителей начала работы с демонтажа старого аварийного балкона административного здания спортобъекта. Также планируется в ближайшее время провести восстановление зрительских трибун и благоустроить прилегающую территорию. Два месяца назад глава администрации Харцизска Виктория Жукова провела рейд по городским учреждениям физической культуры и спорта. Основной целью рабочего визита мэра стал осмотр и оценка состояния помещений и площадок, на которых тренируются местные спортсмены. Не был забыт и городской стадион. Выяснилось, что спортивная арена находится практически в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. При объезде главы были определены некоторые моменты по стадиону, которые требуют незамедлительного какого-то решения. И было принято, что необходимо привести в порядок административное здание стадиона. И в частности нужно начать с балкона, потому что он в аварийном состоянии. Были сделаны дефектные акты по этому поводу. И, собственно говоря, мы собственными силами за счет гуманитарных средств и поддержки, конечно же, главы города приступили к данным работам. Как и было намечено, работы начались с административного здания стадиона. Строительная бригада уже заканчивает демонтаж старого аварийного балкона. Планируется, что вместо него теперь будет оборудована закрытая лоджия. Кроме этого, будет произведен ремонт шиферной кровли, восстановлены системы тепло- и электроснабжения. Благодаря гуманитарным материалам приведут в порядок и зрительские трибуны. Запланировано благоустройство прилегающей территории. Проходит побелка стен ограждения стадиона, проходит вырубывание поросли, проходит частичное засыпание песком, землей и точечное подсевание футбольного поля. Плюс планируется еще разметка беговых дорожек для легкой атлетики. Кстати, пока идет восстановление зеленого покрытия футбольного поля путем точечного подсевания газона, спортсменам запрещено выходить на поле. Придется несколько откорректировать время тренировок и легкоатлетам на беговых дорожках стадиона. Разрешены занятия самостоятельные на свежем воздухе, то есть стадион открыт для всех желающих заниматься спортом. Приходите, занимайтесь, но только в то время, когда не ведутся работы. Когда проходят какие-то ремонтные работы в чаше стадиона, тогда стадион закрыт, и во избежание травматизма туда допуска, ну, как говорится, посетителям нет.